Ну что, тюрьма наша любимая. О, туман. Кто заказывал туман? Это я тут чух-чух-чух сделала, и поэтому тумана много. Туманчик. Так, я беру раз. Ну что, Алекс, берешь камеру? Попробуешь в роли стримера-блогера себя? Камеру будешь брать? Давай, попробуй. Конечно. Так, у нас Шарми Эверли. Так. Между прочим, так. Направленный микрофон нам понадобится. Кто кого там Эверли? Так что хорошо, обалдеть. Что все забрали. И вот эти четыре микрофона меня так радуют, так радуют. Блин, они прям топ. Они как пушки из будущего. Они как из будущего. Ой, Даш, ты лысенькая. Ой, лысая, лысая, Алекс лысый, смотри, побежал. Что это было? Что за глюки? Крепкий орешек. Нормально. Сейчас я вытрусь. И ты лысый. Заходим. Видно, да, взрослые люди играют. Лысый, лысый, ага, ты лысый, лысый. У нас либо пентаграмма, либо зеркало. Ну, блин, да. Пентаграмма, походу. Ай-яй-яй. Да, кто не любит пойду пентаграмму? Скачи. Дай нам знак. Так, мы что, разбегаемся к классике? Да. Ну ты конечно же, туда идешь, да, за Дашей? А Даша на второй этаж. А я иду в тогда блок давай. Б. Все, да, давай. Ну что, господа хорошие, как у вас дела? Рассказывайте. Что интересного, необычного? Пока мы идем, у нас есть буквально минутка. Пока мы не пришли, дай нам знак. Что-то где-то клацает. Какие-то странные звуки где-то там. Дай нам знак, ты тут? Призрак? Нет, тут его нет. Мне кажется, он может быть наверху. Либо мы сейчас услышим крики Даши, что она скажет. Я нашла! Что-то упало! Ой, спасибо. Ой, спасибо. Спасибо, Алекс, Дон Кишон. Спасибо, дай нам знак. Дай нам знак. Дай нам знак. Если бы открылся какой-нибудь из этих ролетов... О, тут открыто. Дай нам знак. Блок Б пока чистый. Зубная щетка. Дай нам знак. Тишина. Мне кажется, он не в блоках. Он, наверное, где-то в другом месте. Здесь подозрительно тихо, тут даже намека нет. 9 градусов... 6 градусов, кстати. Но полуоткрытые помещения, поэтому такое себе. Ну, так себе. Дай нам знак. Дай нам знак. Какая у температура, Алекс, у тебя? 15 где-то. Потому что у меня 5,8, 7. Но актива нет. А где именно? Блок Б. О, у меня открылась дверь! Блок Б, дверь открыл передо мной. Бля, что-то роняет, ёбаны. Роняет книжки. Или вещи какие-то. Нихер. А я думал, его здесь нет, падлы вертлявой. А ну-ка, гондольерчик, сколько у тебя там? Бля, тут, наверное, отпечатки, а у меня нет ультрика. Сейчас я бегу через... Может быть, тут? 5 градусов. А я еще думаю, 5 градусов. Вроде как свет дали. Но все равно. Давай, вот сюда. Вот он открыл, короче, прямо передо мной. Да твою мать. Открыл вот эту дверь, вот эту. Тут огоньков нет. Так, я здесь. О, слышите? Слышите, открывает дальше. Да. Вот эту открыл. При мне я вон зелень поставил. Алекс, проходись по всем этим самым ультрикам. Опять что-то открывает. Опа. Да. Они на втором ли? Ну, было на первом точно. Интересно. Блин, а МПшка у кого-то есть? Блин, а где? МПшки нет. Mm-mm. На втором, короче, было все закрыто. Кроме одной. Дай нам знак. Давай я позакрываю двери. Да, позакрывай на первом этаже. Там, где зеленка, он точно при мне открыл ее. Так, дай нам знак. Пятерочка. 4,9, ну такая температура.
Да вот 4, 6, да, 5. Вроде прохладно, но где именно конкретно, я не пойму. Опа. Ай, Дашка, это ты? Открыл. Это я закрываю. Так, я позакрываю. Будем давай просить знак, может, 3, 6, вот. Где да, это было? Да. А, это Алекс. Ну, давайте, дай нам знак. Что это за странные звуки? Дай нам знак. Блять! Вот девочка! Где? Ой, да, Ви, вот, да! Вот лежит! А ни хрена! А она о, там о, открывала, в том конце, вот где зеленка, прикинь? Она здесь везде! Это блин, все ее зона! Она здесь везде! Она везде! Давайте зелень тогда всю поставим. Давай в центре, да. 3-2. 3-2 градуса там. Нормально. Она везде. Так. Так, давай сюда. Давай, сейчас поставлю камеру. Короче, весь первый этаж ее. Пошли за вещами. Вся эта территория, тут, конечно, капец. Ну, пойдем что-нибудь. Не, ну почему? Если грамотно поставить камеру, в принципе, охват будет нормальный. Ну, грамотно это не к нам. Главное, чтобы мы грамотно вещи купили. Я купил все, что было. Все грамотно закупил. Я оптовый закупщик. Оптовичок. Подожди, атака? Не. Показалось, что плакала. Расстроилась, что мы ушли. Это мой этот плакал. Портмоне мое плакало, кошелек мой плакал, закупать это все. Вот, ну, да, вот где слезы крокодиловые, понимаешь? 3 микрофона, 4 камеры. Импортные. И Алекс такой, я купил 2 благовония, мне больше не 2 веника сломал там. 4. Ах, 4. Нихуя себе, как много. Так, ладно. Так, сейчас подождите, дайте посмотрим. Возьмем тебя. Вот, кстати, этот блок, то есть тут мы можем увидеть огонек, но я не вижу. Ну да. Хотя бы его. Высоковато для огонька. Так, давайте камеру поставим. Я пойду отнесу микроху, а поставлю. Вот моя камера, вот я ж поставила. Так, я возьму... Пойду так, зелень ставить. Так вот же есть зеленка, подожди. Так оно одной я мало. Посмотрю. Одной маловато, так, большая лошадка. Сейчас посмотрим, а вдруг повезет. Блокнот. А вы не хотите по таблеточке выпить? Рацию возьмите кто-то. Я возьму. Думаешь? По таблетке не хотите? У нас всего 2 таблетки. Две? Да, тут две штучки. Не трогайте. Блин, я же Алекс, сказал, кто я купил таблетку? Я никогда покупала, их не покупаю. Это ладно, слабо. Пошли. Все, все. Ну, спасибо, Алекс. Ну, спасибо, Алекс, спасибо большое. Идет лысина. Ну, смотрите, мы уже 7 минут ходим. Пока что она такая себе по активности. Ну, она разочек показалась, как бы. Я уже хотел уходить из блока Б. Честно, мне казалось, что там ничего нет. Потом я спрашиваю Алекса, какая у тебя температура, и понимаю, что уходить рано оттуда. Может быть, как это бы тень? Не, давай тень может поговорить. Минут 10 мозги атака ебать. Дверь. Ой. Атака. Плохо дело. Так, ну. Че это было? Пока сидим, пока нормально. Кто-то что-то видит. Свет горит, значит, еще атака. О. Угу. Прятался, что ли? Да, я в душевой. Ты нашел место, где в тюрьме прятаться? Там же мыло раскидано везде. Ну извини меня, зато я живой. Туда соваться нельзя, на. Давай, пускай. Так, Даш, поговори. Так, стоп, подожди, я блокнотик кину только. Где его примерно? Между зеленками. Дайте я в радио если поговорю. Если он здесь. Ты здесь? Ты здесь? Ты далеко? Так, давай, Даша, ты поговори. Мужчина? Так, ну пока улик нет, это печально. Ты здесь? Ты далеко? Ты мужчина? Ты женщина? Ты ребенок? Сколько тебе лет? Ты здесь? Опять что? Открыла где-то, да, дверь. Справа. Я где-то уронил. Ты здесь? Угу. Ответил! Ответил, да. Па.
Так, хорошо. А нас, по-моему, наверху слушайте. Наверху ни разу не открывал. Смотри, слева знаешь, вот открытый. Показалось? Вот это надо закрыть. Я смотрел, не вижу. Чётков. Так, ну радио, хотя бы, уже что-то. Ну, да, в принципе, неплохо. А где книжка? Вы дневник не бросили? Я бросил здесь, Даша, вот он лежит посередине между двумя зелёнками. Ну, оно должно сработать, это ее локация. То есть как бы нормально. Да, у него радиус такой, не такой большой. Видишь, я специально поставил, да, чтобы ты с камеры видела эту зеленочку. А камера-то у меня в одну сторону направлена. А где она вообще? Покажи мне, где она лежит. Я там поставила, вот здесь. О, блядь! Ёб твою мать! Блядь! Блядь! Блин, какого хера? Какого хера? Тварюка-подлюка! Ай-яй-яй, какая быстрая атака. Ух, какая ты стрёмная, мать. Ни хрена себе. Фига. Поиграли, называется. Я не знаю, достали Дашу или нет. Но атака была очень быстро. У нас пока только одна улика. И это, черт возьми, хреново. Так, Даша где-то тут спряталась, наверное. Может быть... Ну, так-то вряд ли мы найдем. Хотя, может быть, где-то на выходе. Да, серьезное дерьмо. Ладно, будем надеяться, что еще кто-то выжил. Так что на входе можно будет покараулить. Так, тут чисто. Из-за моей смерти сейчас будет еще немножко продлена атака, так что нормально. К сожалению. Так, тут никого? Я думал, это Даша сидит, а это... Стенд. Олега, все. Олег, уже добрый вечер, блядь. Я диспетчер. О, ты тоже умер. Пошли на улицу, пошли. Ничего не слышно. Бля, ну это жесть. Ну просто жесть. Мы зашли сразу проверять улики. Началась атака, блядь. Мы с Дашей бежим, меня убивает. Идем. Чё за хрень? Мы зашли... Так, все. Мы с тобой пришли, да, все. Мы вот втроем, да? Мы узнали первую улику, и началась сразу атака. Так, прикол, вы вдвоем убегаете. И меня убивает. В одну сторону. Да. Он-то ваби. Она бежит, я вижу, я думаю, у вас двоих. Она потом убивает тебя, разворачивается, Даша, ее не интересует тюрьма. Но это не банши. И она идет обратно, возвращается, меня, я на второй этаж уже начал забегать. Поджег благовоние, спустился опять вниз, заперся в камере, и она один хер меня убила. Но Даша при этом убежала как-то. Я не понял. Смотрите, как здорово, я... Да ладно! Вы теперь можете отправиться туда и мне помогать. Да. Не, возвращайся пока назад. Так, я хочу посмотреть сейчас... О, здрасте. Ну, скажите, скорость у нее, по-моему, была обычная? Почему Дашу не убила? Вроде да. Она, по-моему, не менялась. Ну, да... Значит, сейчас ничего посмотрю. Не знаю. Я пойду смотреть книжку. Как выжила? Сейчас я выпью таблетки. Как она выжила, для меня загадка. Да, пойдем. Вы же вдвоем убегали. Значит... Да, я шел прям за ней. Я уверен был, что это все, что это конец катки. Я вижу, что там что-то... Я думаю, все. А она возвращается, убивает меня. Я думаю, закончили. Кстати, Даша... мы с вами сразу можем Диогена вычеркнуть. Ну... Близнецов, наверное, тоже. Ну, короче, нужна вторая улика, хочешь, не хочешь. Значит, радио мы проверили. Возьму, да, ультрафиолет, вторая, наверное. Пошли смотреть, что, да, вторую. Тоже блокнотики. Пойдем. Смотреть, что-то это, может быть, что-то увидим. Это пипец. Ну да. Не, ну это реально жесть. Я тоже думал, Дашу забрали. Дашу не забрали. Она, понимаешь, мы таблетки не пили. Сразу началась атака. Ну да. Так, ну кто это? Да, ну блин. А Даша то есть добежала до библиотеки. Почему? Я не знаю, почему после моего убийства. Вот, смотри, я оттуда, я стоял около, там вот, я увидел, как она вас убивает, но она меня достаточно быстро догнала. Смотри, убивает тебя здесь, потом, а я аж умер вот там вот. Я не понимаю, как это сработало, реально. Ну ладно, вот. Похоже на банши, но это не банши. Да не интересует, смотри, девчонка у нас призрак, да, давно сидит. Журнал, Алекс, журнал. Да журнал, ладно? Да, журнал. Да.
Да, да, да. Так, записи в блокноте. Круг сузился, дух полтергейст, Мара, Морой, Диогена мы вычеркнули. Но это не полтер, так, вещи вроде сразу. Особо не бросал. О, открыл, открыл, смотри, вот. Вот эту. А, да, с чем она? Открыл вот эту камеру. Только что. Блин, ну опять такой набор дурацкий. Дух, полтергейст, Мара, попробуй их угадать. Ну, смотри, она может посолить. А, это не Мираж. Покажи мне свое тело. Мое тело в камере. Ай-яй-яй. Ладно, пойдем на выход, посмотрим, может, какие-то мысли. Но две улики — это определенно лучше, чем одна. Уже хорошо. Круг сузился, значит, может быть, получится определить. Здрасте. Зачем Даши Алекса тело, пока не очень ясно. Так, идем, книжечка, скажи, где ты умерла? Книги не умирают. Ну, Даша, рискни. А тебя уже сфоткали? Нет, еще. А, уже да. Вот, есть, запечатлели на. Да, малая, конечно, дала просраться нам. Сразу минус два. Появилась. Что там Даша столько фоткает? А что на журнал, фоткал? Журнал. А мое тело не осталось? Где тело? Мое тело осталось? Давай, тело. Вот оно. Бренное. Если атака начнется, я не знаю, куда набежать будет. Что там делаешь? Сральник. Ты зубную щетку положил туда? Ты проверяешь уровень воды? Как щупом, да? Бля, атака! Смотри, она корешка! Смотри, какая искореженная! Как ее сконоебило! Вот это тюрьмы, да? Что с людьми делают, да? Блин, да, да, вот так прикинь, вот потом выйдет. И что она будет делать вообще в реальной жизни? Ну, акробатика, в принципе, неплохая тема. Акробатика, да. Это тебе, это скорость? Не танец Уэнсдэй, конечно, но тем не менее. Да, нифига она пошла, а Даша тут? Да, Даша была в библиотеке, она зашла в библиотеку, нихуя себе. А Даша здесь, блядь, как она ее нашла? Да, да, она со свечкой сидит. Ебать, тарахтык, а как это работает? Вот Даша знает места, да, смотри. Так она зашла к Даше, понимаешь? Она зашла к Даше каким-то макаром. Она была здесь, если бы она чуть-чуть за угол зашла, то все, Даша бы хапзда была. Вот свечки всё, творят чудеса, я буду со свечой ходить. Да, да. Офигеть. А кто мог ее вычислить таким образом? Я представляю, Даша там в шоке. Так, скорость обычная, вообще ничего необычного. Поэтому какой-то Морой вряд ли. Дух, полтергейст, Мара. Кто-то из этих трех товарищей? А кто? Ну, в принципе, и на духа похоже. Это жесть вообще. Она меня напугала. Так, пойдем, книжка. Слушай, ну вроде предметы не кидала, да? Только во время атаки, как бы я видел, и все вроде. Нет, да? Слышно было первый раз, ну, что она что-то роняла, но я не видел. Я разрываюсь между Мороем и Марой. Морой и Мара. Ух ты, а Морой, Мара, потому думаю, что во время атаки был вырублен щиток. И у меня света было мало. А Морой, потому что, блин, бегала. Ну и опять и Мара в темноте бегает. Да не бегала она. Смотри, мне пойти проверить Мару? Может, была. Я пойду включу щиток? Она может Мароя проверить, если зажжет эту вонючку. Мароя типа не любят во время атаки. Вонючки. Будет ли она бегать? Пойдем. Покажи проверим. Ей на вонючку, пусть зажжет. Пойдем. Я включу щиток, а начнется атака, а вы должны будете проверить. Да? Будет ли она бегать? Дашка, ай-яй-яй. Не, ну слушай, Морой... Не, Морой, кстати, а Морой очень реагирует. Есть таблетки? Не, таблетки дома. Морой, я знаю, что он реагирует точно на рассудок. И он прям даже во время атаки, если съесть таблетки, у тебя повышается рассудок, и он начинает сразу медленнее ходить. Но мне не кажется, что это Морой. Потому что скорость, мне кажется, была вообще обычная у нее. Слушай, а если её бахнуть таблетосы во время атаки? Вот идет призрак на тебя, да, а ты хуячишь, да, так, таблетки. Ну, для Мороя это помогает. Это как раз улика, когда его можно вычислить.
А что, прячешься атака? Где-нибудь в шкафчике и смотришь, как он бегает. Атака началась, да? Таблетки и опять проверяешься. Судя по Даше, наверное, да. Ну да, она... Какое-то место странное, да. Но тут... Или? Что она? Да, она есть где-то, пойдем что посмотрим. Что-то пробует. Так. Ой, это я не в тот блок пошел. Стой, не тот блок. Ну да, я говорю, куда ты пошел, не пойму. Где-то там ходит. Как она ее услышит? Я не слышу, например, атаку. Вроде тихо. Ой, а не, плачет, плачет, да. Только я услышал только здесь, а она услышала аж там. Да та сам там, у нее чутье на. Так, все, видимо, да. Да, интересно будет, кто же это выпадет. Какие мыслишки? Да вообще никаких. Жалко, я вас сфоткать не могу. Так, ну... Во время этой атаки она бегала? Нет. 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 То есть это не Марой получается? У меня рассудок вряд ли был высокий. Мара, Полтер, Дух. Нет, это не Марой. Ну тогда Мара. Единственное, что я думаю. Мара. Давайте, ну, я бы и Полтер с Духом. Давайте я сейчас буду называть. Надо всех троих. Смотрите, у нас есть варианты. Не Дух? Мы не знаем. Не знаю. Полтергейст. Я бы всех троих бы ставил. Он что, разбрасывал там что-то? Угадает. Он бросал только время атаки. Так. Пинал вещи, когда вы там были? Ну... При этом особо разбросанных... Ну, видела, как... Он пинал только, когда атака была. Но это не Диоген. И это не Марой, мне кажется. У него, по-моему, была скорость выше, когда он за мной гнался. Помните, была атака? Он за мной погнался. Была бы скорость выше, уже бы догнал и убил, наверное. Скорость была выше. Мне показалось или нет? Ноль, ноль. Нет. А как показать? Да, ноль, ноль. Покажи, ты не знаешь, типа. Я попробую Мару. Давай, я не знаю. Ну, наверное, это будет Дух или Полтер. Я давай, попробую Мару, попробуй ставишь кого? Духа, а кто-то давай. Полтера. Во. Я Духа поставлю, давай. Мару. Я Духа. Ты Духа, я Полтера. Я честно не знаю, кто это может быть, поэтому чисто наугад. Сейчас будет Марой, прикинь, да. Да может и Марой. Ты Духа, Даша Мару. Все. Ну, скорее всего, Дух или Полтер. Да, давай, поехали. Кто-нибудь, да. Я тоже Духа поставил. Так что мы с тобой... Можем быть в пролете. Да? Духа. Так, я Полтера, но чисто так. Ну, кто-то, так говорится, да узнает правду, да? Понятно. Ну, вот такая вот получилась карточка. Непонятно, очень странно все это. Это Такимара? Такимара была? Да ладно! Опять! Опять ты со своей Марой! Мара! Такое. Все, да в следующий раз ставим Мару с тобой, Олег. Да, только ну, Мару будем ставить, Духа, и никого Полтера. Больше. И ты уже... Да, все. Да я не знаю, я хотел на Полтера поменять. Чувствую Мара, как так? А я Полтера поставил. Но меня стремануло, видишь, что она побежала за мной в темноте, что, когда была атака, я разворачиваю, чтобы уходить, ну, бегу на выход, когда вы погибли, вас сфоткала. И меня смутило, что начинается атака, и я бегу в темноту, то есть выключен вдруг свет. Хотя я знаю, что я включила там 3-4 лампочки, но никак не могла что-то сделать. Ну, ты так молодец, вот опять угадала. Повезло. Да, но мы точно поняли, что это не Марой, потому что ходила она обычно, ее там перекорежила. Мне это, показалось, что Марой, когда она за мной кинулась опять-таки с трупами, что она была быстрее. И вот тут я как раз между Марой и Мароем была. Видела брошенные вещи, но опять. Ну да, он теребил все время эти... дверцы, но... Мне кажется, там было больше разбросанных вещей. Мы стоим в блоке, она потеряется прямо между нами. Я начинаю назад отступать, вижу, прямо она за вами побежала, так мило. Вы вдвоем прямо вот плечом к плечу убегаете. Я потом вижу, Олег там... Ну, думаю, все, даже она поворачивается, убивает Олегу. Олега поворачивается и бежит за мной. Я только на второй этаж начинаю подниматься, она меня догоняет, я благовоние, вниз в камеру, меня убивает. Тебя вообще не тронули. Как она ко мне заходила несколько раз. Она мне ко мне несколько раз заходила, я спряталась да, в библиотеке. Да, мы видели, кстати, ты за шкафом. Да, в библиотеке было, да. Она дверь открыла, зашла, посмотрела. Да нет никого, такая свечка без спальни. Я так испугалась. Я хотела там сидеть. Я хотела сидеть на входе, потом думаю, нет, спрячусь лучше за шкафчиком. Ну его в пень. Блин, ну это было круто.